Ямайки на самой вершине, 100 метров практически над землей или над уровнем моря, не знаю точно. Ну вот он, космос. Да, ногами сюда подниматься. Не, ногами утомишься. Нужно еще альпинистское снаряжение, только если это ускорить процесс поможет. Ну все, мы практически приехали в эти лунные пейзажи 100-метровой высоты. Мы на месте. Кто там? Ольга Югай, Ирина Филатова. Паплики. Снежных? Ну, понятно. Паплики. Мое второе посещение Белой горы. В очередной раз я в полном восторге. Сделал кучу фото. Едем сейчас вниз, спускаемся. Но, блин, это очень круто, очень круто. И сюда просто так не попасть. И я думаю, что Воскресенскому химкомбинату надо подумать о том, чтобы сюда возить хотя бы за какую-то символическую плату экскурсии, сколько людей будет кайфовать. Вот на реальная высота горы. Выезд отсюда. Вот высота горы. Вечером победил. И это волнение, оно такое серьезное достаточно. Вот, мне кажется, я волнуюсь больше, чем хоккеисты, которые выходят на лед.